вот уже на сейчас всего 33 человека. Из них сейчас находится 29 человек в стационаре, один из которых ребенок, год и 10 месяцев, с сотрясением головного мозга. Остальные больницы, остальные пациенты все имеют травму взрывного характера с контузией и с осколочными ранениями. Осколочные ранения носят характер огнестрельных ранений. Это оболочечное устройство осколки, а также болты и гвозди. В реанимации находится уже 5 человек, в травме 11, в НХО нейрохирургическое отделение 9 человек, в лор-отделении 1, амбулаторно наблюдаются 5 человек, в другие лечебные учреждения отправлены, в 7-ю больницу ребенок отправлен и один пациент на консультации в областной больнице в глазном отделении с ожогом глаза. Повторю, что травмы все носят огнестрельный характер, это значит, они сложные на самом деле, они инфицированные. И осложнения будут развиваться в течение ближайших 2-3 дней.